Привет! В YouTube есть огромное количество кулинарных каналов. Каналов с рецептами того, сего, пятого, десятого, их просто не перечесть. Есть хорошие, есть очень хорошие, есть просто замечательные каналы, но все они с рецептами. Человеку, который ноль в кулинарии, ничего не знает, каким был я 15 лет назад, эти каналы готовить научиться не помогут. Почему? Ну, потому что вы не знаете базовых элементарных вещей. Вы же сейчас набрали в поисковой строке, как научиться готовить. Вот. Поэтому я сделал такой кулинарный канал, где я новичков, людей, которые хотят научиться, учу готовить. Прямо с нуля, прямо с базы начнем. Вот что умею, буду показывать. Как я уже сказал или не сказал, 15 лет я уже готовлю, начинал также с нуля. Я никакой не шеф, не повар, нигде не работал, как бы самоучка. Вот. Я много чего знаю, да? А по сравнению с человеком, который только решил научиться, я просто, просто очень много чего знаю. Вот. Однако огромное количество вещей есть, естественно, которые я не знаю. Не знаю я еще больше. Поэтому как бы канал «Хочу научиться готовить». Я тоже всегда учусь готовить, друзья. Учусь сам, достигаю результата хорошего и учу вас. Вот об этом канал. Конечно, здесь будут рецепты, естественно, потому что, канал, видеоканал базой кулинарной не заполнишь. Я сейчас сначала дам базу, мы с вами научимся и пойдем потихонечку. То есть будет и база, рецепты, приемы, какие-то новые вещи, которые я узнаю, обязательно здесь будут появляться. Будут еще несколько каналов у меня, об этом чуть позже. Они будут как бы дополнять друг друга. Начинаем с этого. Итак, добро пожаловать, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, не пропускайте ни одного видео, и вы будете учиться готовить с нуля именно так, как это надо делать, не по рецептам, а по техникам. Вперед!